Так, друзья, обрадуем жителей данного подъезда, повесим Владимира Владимировича прямо в лифт. Так, ровненько, ровненько, ровненько. Отлично, кажется. Так, теперь устанавливаем камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл. Твою мать! Охренели, ёшка. О, ну что это? Ё-моё! В смысле, серьезно? Что за ф***? А можно куда обратиться? Я не хочу вот это вот смотреть. Это худшее, что могло случиться с нашим домом. После капремонта. Зачем? Зачем? Ой, ёб твою мать. Какой дурак повесил. Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо, не спалиться. Они за нами следят. Ну, как бы. И чердок. Это чё? Здравствуйте. Это чё за говно? Ой, так же нельзя говорить. Камера со звуком пишет? Да. Вообще уже, подожди. Подожди, ты скрываешься. Подожди, ты скрываешься. Ой. Нельзя сорвать. Нет, нельзя. Вить, мам. Ой, здравствуй, как мы тебя любим. Сейчас ему нарисуют рога и усы. А ты думала, ты одна будешь кататься? Нет. Да? Иди за нами, да? Иди за нами. Не трогай больше. Батюшки светлые. Это не Чайковский. Это не Чайковский, это президент нашей страны. Путин Владимир Владимирович. Это вербовка или что это за Чайковский? Прицепились от всех. Батюшки мои.